что надо, англичанин. Эдвард Кенвей, вам грозит опасность. И я валлиец. Да вы все на одно лицо. Могли бы не трудиться. Я всегда в опасности. Но это моя вина. Значит, вы мне должны. А мне как раз нужна помощь, чтобы освободить моих друзей. В смысле, рабов? Братьев, воинов, Надежду Маронов. Мне нет дела до этого. Просто послушайте, о чем говорят белые. Вдруг выясните, где держат моих друзей. Ладно, постараюсь. Ты знаешь то, что мне нужно? Нет! Я вас слышал! Ассасины не убивай! Я просто хочу знать, где этот раб. Где могут держать кого-то особенного? Прошу, пощади! У меня семья! Тогда давай! Выкладывай!
около мельницы. Видишь? Все очень просто. Я их нашел. А я нашел, где держат его братьев. Освободите их. Нет, друг. Я свой долг отдал. А в дела с рабами не полезу. Тут, небось, и тамплиеры ни при чем. Все дела свободы — это дела ассасинов. Ваша цена. Что? Беспринципные люди любят золото. Сколько вам надо? Мне нужен один ключ. Из набора, что сделали тамплиеры. Эти ключи? Они еще целы? Выходит, не только я про них знаю. Найдем его. Он ваш. По рукам. Найдем же ваших друзей. Пьяницы и шлюхи могут помочь вам. Спасибо. Скорей, в контору. Постой. Идем за мной. В контору. Стоять! Двигайтесь осторожно. Там будет много охраны. Вы знаете, что делать. По местам. Это твой. Right there. Hey, 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 hey. The moon
Спасибо. Встретимся у конторы. И куда теперь? Ха. Нет уж, на сегодня хватит. Или вам понравилось? И все, а тамплиер? А как же ключ? Наш тамплиер не появился. Ключ вы получите в другой раз. Другого раза не будет, Анто. Вот поймете, как вам нужен ключ, или, может, обзаведетесь совестью, будет и другой раз. Вернулись? Обрели совесть? Мне нужен мой ключ. Терпение, мой друг. Вы что, гостей ждете? Возможно, ключ совсем рядом. Защищайте контору. Спасенные нами помогут. Thank you.
справиться еще. Прорядите их, будут еще. Вперед! Крепление с севера! Пустяки! Вы убили уже ноги! Вперед! Чем больше убьете сейчас, тем слабее будет следующая атака! Подкрепление с юга! Их еще много. Будет непросто. Слишком тихо. Мне это не нравится. Появится еще. Прорядите их. Будут еще. Вперед! Крепление запада! Вы убили многих. Теперь будет легче. Эдвард, убейте кого сможете. Будут еще враги. Эдвард, я рад, что вы появились вовремя. Простите, ключа у меня нет, но... Нет, ключ подождет. Хочу проучить того, кто это сделал. Тамплиера зовут Кеннет Абрахам. Он много лет воюет с маронами. Но мы сильны, и ему нас не победить. Я придумаю план. Есть план, но он сложен. У Абрахама связи, а в карманах полно золота. Но мы нашли человека в его ближнем круге. Проследим за ним, он приведет нас к цели. Давайте я покончу с ним. Смотрите, вот он. Задумано, клянусь честью. Считать, они будут нас ждать?
Скорее всего. Они всегда все знают, но будет уже не важно. Прошу прощения. Меня ждут еще кое-какие дела личного характера. И меня. Увидимся там. Добрый вечер. Командир сегодня присутствует? Да, я как раз с ним говорил. Он где-то здесь. Он был у нас под носом все это время. Ни одному солдату не сравнится в ловкости с Мороном. Но ваша правда, его сложнее одолеть, чем глупцов до него. Отец сражался с германами. Он один из немногих, кто выжил. Тут же... И прям такой сильный воин, как о нем говорят. Это был не то. Плевать мне на него. И на его братьев. Но наша война будет другой. Мы захватим эту землю. Как тут проиграть? Оружие у них нет, живут в лесу, едят что попало. За полдня все будет кончено. И то верно, браво! Сколько лет мы бьемся? Ваши люди в горах почти без оружия. Моя великая армия. Но вы живы, а я мертв. Вы просто не желали победить.